Всем привет, вы на канале Keyboard 1958. Сегодня мы пробрались на секретно заброшенное место, называется какой-то лагерь. Такая устрашающая наклейка тут. Все это выглядит как в каком-то аутласте. Так, мы сейчас попробуем забраться внутрь, и дальше я продолжу. Так, всем привет. Сейчас мы уже пробрались. Это частная территория. Незаконно находиться. Еще вот так все выглядит. Так. Очень страшно, что вдруг кто-то вылезет и будет капец. Так, сейчас пробуем забраться внутрь. Следующая. Сейчас съемка будет уже изнутри. На связи. Так, капец, круто. Вот немного вам вида изнутри. Видно что-нибудь? Да, я это слышу. Все, на связи. Сейчас я. То есть можно еще под землю спуститься, не знаю, что может, наверное, какие-то канализации или что. Катакомбы. Катакомбы. Жесть. Вполне. Я не знаю, что там. Я в прошлый раз туда не лазил. Я в прошлый раз вообще с той стороны, получается, пошел. Здесь я ничего не видел. Блин. Ну, это интересно, что можно под землю спуститься. Так. Блин, было бы круто, если бы еще кто-то был. Роем люк. Настежь. Чтобы заглянуть хорошо? Ну да. Давай попробуем. Полезешь? Не, чуть близнец, но... Вместе полезем. Очень ненадежно. Ну, лестница ненадежно стоит, согласен. Если по нормальной лестнице, то еще старый, пиздец. Тебе почему нельзя было сделать нормально? Сейчас я... Придется тогда лезть, пиздец. Ай, блин, даже реально полезешь? Там подземляется. Охуеть. Пол какой-то. Не знаю, лезть. Ну, может, потом, может быть. Следующий. Короче, мы примерно выяснили, какого года лагерь. Типа, ну, тут перечисляли 86, тут, типа, год. Что-то 94-й. Все факт. Короче, 90. Работал, не знаю, с 60-х. В 90-х вообще перестал работать. Короче, нашли более безопасный вход. Не полезли мы вниз. Может, потом ставить. Чё полез? Давай ты первым. Блин, фонарь. Очень жалко, что нет фонарь. Конечно. Пс! Со мной? Это наверное, знаешь, что он сходить вниз, чего? Что? Это... Типа как под землей, ну что там могут делать, не знаю. Батареи или что? Что могут делать под землей? Тут, видишь, труба вон идет гигантская. Пошли дальше, вон, потом. Тут, ну, вряд ли что-то будет интересно. What the fuck? Хуйня какая. Короче, чем все закончилось? Ну, мы добежали, короче, до забора, и там сторож, короче, вышел. Все-таки спалили нас. Да, обосрались, конечно. Ну и пошли не купаться в озеро. Так, блюрей. Потом искупались как следует. И сейчас направляемся в Минск. Ну, было страшно. Блин, мы так ничего не посмотрели. Надо будет еще. Ну, продолжение следует, короче. Сними виды. Ну, виды засними. Как? А, понял. Сейчас.
Давай я сниму. 60 кадров. Конец съемки, всем пока, подписывайтесь на канал. Ждите новых видео, как я сказал, предложение следует насчет этих лагеря. Предложение следует. Будут другие ролики, какие-то игры, стримы. Так, до встречи. Подписывайтесь, лайки, дизлайки, комментарии, колокольчик.